батоны, батоны французские, 37, вот такой батончик. Отдел, раздел сладостей, сейчас покажу вам все сладости, которые тут только существуют. На одну вот эту возьму. Что есть? Да. Да, сначала берешь вот такую бумажку, очередь, вон там, и дальше. Да, это быстро работает. Она оперативно работает. Вперед. Вот этот клуб, какая разница, вперед или назад. Dos panes. Este. Sí. Dame la mano. Так, сладости, разные бутеры. Так, держи-ка эту штуку. Сейчас засниму сладости. Такие вот пирожные по 2 евро у нас. Вот это смотри, какой прикольный. Просто красиво. Я думаю, просто обычный круассан разрезан, там вареньки. Ага. А не вареньки, все-таки. А вон заварные это, да? Заварные. Вот тот вкусный, я думаю, который за 2 евро. Я думаю, что вот это очень вкусный. Вот это? Рубль 80. А вот это, смотри, какая штучка. Евро 40. Вот кексов здесь очень много. Вот это вкусно. 100%. А сколько один кекс у них стоит, интересно? Не написано. Или мы уже пропустили цену. Там цена упала. В общем, они по 2 евро. Ой, смотри, в основном. Ага. Вот эта трубочка. А вот заварил. Да, по 2 евро. Все по 2 евро. Ну, а если в общем брать, то примерно. Ну вот смотри, вот эти вот какие-то навороченные. А-ля французские, да, пудинги. 2,35 евро. Евро 50, евро 50. Так, переходим потихоньку. Эти кексы такие красивые, 1,80. Вот эти 1,80 все стоят, да? Евро 40. А вот кусок торта 2,50. О, вот это смотри, какой интересный. 21 евро стоит вот этот торт, весь шоколадный, ага. Все, да, но не все, вон, 21 маленькие евро. Маленькие торты такие, 16 евро получается. Ну, то 16 евро, да. Ну, нормально. 21. Мне нравится вот этот.
Сейчас подойдем к нему. И вот этот вкусный я тоже. Вот этот прикольный тоже. 21 евро, кажется, стоит вон тот. Я думаю, что вот этот вообще вкусный, вот тот средний. Вот этот ты говоришь? Который 21, вот этот? А. Да, тоже интересно. На, вот такие вот цены на сладости. Что, пойдем? Так, закругляемся этим магазином. Огромный магазин. Супермаркет, так называемый. Так. Как же он называется, это интересно? Порт Инглес. Порт Инглес? Эль Порт Инглес. Инглес, да. Все, вот такой магазин. Находимся сейчас в городе Санта-Крус. Это остров Тенерифа у нас на Канарских островах. Очень хороший магазин. И всех вот этих магазинов, которые я на этих Канарских островах был, по продуктовым я имею в виду. Естественно, этот магазин нельзя назвать дешевым. То есть цены там такие средние, нормальные, скажем так. Но зато есть много разных интересных разделов, где можно и чай нормальный купить. К тому же есть раздел, где русская еда, русский отдел есть. Там очень много чего тоже интересного для человека, который, скажем так, привык есть наши вкусняшки разные такие. Ну, естественно, много чего нет, но все равно такой русский разделчик есть. Такие вот, такая жизнь, одним словом. Поэтому знаете, что есть такой магазин, он даже на русском написано «скидки». Пока все, смотрите Анзор ТВ, двигаемся в Голливуд, солнечную Калифорнию.